Многофункциональные центры округа снова начали свою работу. Пока это тестовые режимы, принимаются только юридические лица и индивидуальные предприниматели по предварительной записи. Наступил первый этап. Территориальное подразделение Одинцово открыто с понедельника. Со вторника у нас работают все остальные территориальные подразделения на территории Одинцовского городского округа. В режиме с 8 до 8, как обычно. Окна ограниченное количество. В Одинцово открыто сейчас 12 окон. Во всех остальных территориальных подразделениях по 3 окна. В помещении появился рециркулятор для обеззараживания воздуха. Регулярно проводится дезинфекция. Рекомендации Роспотребнадзора полностью учтены. В окнах операторов стекла и краны. На полу социальная разметка. Все сотрудники прошли тест на ковид. Если количество посетителей будет более 100 человек в день, то все сотрудники в обязательном порядке будут проходить тестирование на коронавирус раз в 2 недели. Далее мы ожидаем второго этапа, когда количество услуг будет порядка 50, возобновится работа с физическими лицами. И третий этап, когда уже полностью МФЦ заработает в полном объеме. В МФЦ Одинцовского округа подчеркнули, что физические лица пока могут обращаться только в случае жизненно важной ситуации. Это вынужденная, но необходимая мера. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».